Да, Джулиан, давай, все, пока. Что я за 230 километров. Так, кто у нас там еще у нас не О, добежал все-таки. Так, ну-ка дайте-ка чек на присутствие пока что. А, ну тут почти здесь и здесь, конечно. Так, я сейчас на минуту подойду тоже. Там бьют 5 человек. Че, короче, мне сейчас, смотри, я шел ретриком, я ролил на ретрика, я сейчас пойду палом. Ну, протопалом, то я там буду на протопала роль. Можно и тогда. Че ты ухмыляешься? Хитро выебанный, потому что. Да пиздец, хули. В каком месте? Ну прям в том. Я не могу говорить этого слов, тут девочки. Я же в РК ничего не писал, так? Так. Ну так и иди ДД. Шел ДД, ролил на ДД. Сейчас я буду танчить весь СЛК оставшийся. А, еще Чумка, юперс это. Ивент закончился? Да.
Смарт-кью сейчас ты кулаки бафаешь для каски. Слышишь, да? Да, 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 понял. Что-то такое, блин. Хилы поразбежались. Да, никто не хилит. Смотри, Кутербал пришел 2 минуты, все. А сейчас тогда мы умрем, как Валька спустится. Валька. Блять, сука. Синдра ебаная. Блин, что-то я не такой чай выпил какой-то. Ась, каких-то трав намешал. Чай надо курить, а не пить. Будешь таким умным, как Войт. Что-то не зашло, Виталий. Я сам что-то даже не посмеялся. Так темы там убирайте свои. Так, давайте пока чек на готовность. Что не заставьте? Рбахайте ваших. И коня снимать, Владин. Снимите мою ауру. Смарт-кью бери прото-ауру, да, молодец. Третью поставь. Нет, ты будь в сове. Или, хотя, не, оставайся в самом деле. Пускай решит. Сейчас, секундочку, подыграй. На второй фазе я скажу, куда выносить глыбы. И главное не стакайте РТ и хилы. Ну, хилы могут стакать. В крайнем случае. Гутербол, уничтожатор. Пист обладайте. Что, последний чек? Гутербол, ты здесь? Я тут. Давай, спускайся вниз. Каску дайте. Смарт-кью, ты бафаешь каски. Капар бафает. Нет, капар сейчас бафает. Который орёт. Кому, кому каска? Кому? По ДК. Я давал вроде. Ну да, еще раз. БДК ты можешь пока запустить. Какая БДК? На пол на него не забываем давать. Маги за игру своим следить. Ралька, я кину на БДК щиток. Я на него кидаю. Вот кидаю. Ты кинь на каком-нибудь милик, чтобы меньше ошибал.
Типа баш. Ну, не стакаем. Ребята, короче, у меня аддоны багнули. Скажите метку, если будет на остановке. Сейчас, когда притяжка будет 2 секунды. Заберите, заберите. Но я вот магам уже сказал. Вот, бежим. Притяжка там как бы... Войд на взлетке поднимешь, мага. Слева от карты дебоф есть. Так, метки вниз, там по анонсите. Анонсируйте. Ну, вы до 150 тысяч подбиваете. Звезду там подбейте. По центру. Звезду подбейте, там доты дайте. Да, это легко. А вы не бейте, сейчас разобьете. Звезду да. Бейте. Разбивается. Не надо. Но разбивайте. Это вообще долго. Так, так, освобожденку много не стакаем. На одном, на двух килах освобожденку. Дайте каску, лапу. Там Анага, жми лапу. Каску кратопалпуской, да, впередите. Блять, я сейчас сдохну, а сейчас все равно побежал. Сейчас кину, сейчас заберу. Не, я все-таки не сдох. Четыре хила. Нормально. Главное там. Здесь ваше вторжение не окончится. Так, давайте наверх. Метки вниз. Метки ее тоже вниз вынесли. Метки тоже заходите. Так, справа падает. Там, где рейд стоит, метку уже не бейте. Слева бейте далеко. А справа падает. Все, не бейте ее. Бейте крайнюю левую. Справа падает снова. Ой, бегите, бегите, справа падает. Блять, повезло, что хоть там. Все, разбивайте. Интоксикация. А... Войд поднимает токсикацию. Анага, подними токсикацию. Вторая фаза пошла, первый под босс. Анага под босса. Милики, аккуратней. Милики уже вышли. Кто это? Не разбивайте. Следующую тоже под босса будет притяжка. Под босса. Так, ждем, все, притяжка будет. Следующую можно в сторону вынести. Делаю снова без освобожденных, так что нормально. Сейчас в сторону выносим, следующую бьем тупо босса. Выложчик, давай, где носи. Попробовал с объем. Следующий под босса, милики, потом переключайтесь, бейте справа склеп. Уже можете идти бить, а под босса не сидит, так сказать. Там, смотрите, освобожденка, разбивайте. Следующий тоже под босса. Под босса неси, Анага. А ты, может, пойдешь скидывай? Да я не могу, извините, спиди.
Следующий тоже под босс. Сейчас будет притяжка под босса. Под босса неси, притяжка будет. Притяжка. Сейчас притяжка мы. Готовимся бежать. Посчитай чешку во время до. Побежали. Теперь добиваем босса. Все в сторону, мы насилился пенек и добиваем босса. Все, спекайтесь там назад. Войд свою сову. Я в лема. Вот раздай. Пел удар раздай. Погнали на чунку. Делай, давайте бегите сюда. Тоже сарили мы бог. Что там упало? Кольцо. Диспел тебе? Ну там, блин, маз диспел дает. Заберите танки. Нет, небес, давайте. Просто экран виснет, пиздец. Где вы потерялся? Да хранит тебя мать земля. Нужно больше маны. А, не забудь ДК поменять шмот. Так, Ванечку танки на себя арить. Ну а тут у меня спрашивают, а будешь раздать, что с вакет не упало? Он посчитал, что он никому не нужен, забрал себе есть. Ну там, если что, нужен какой-то лутмаг. По-моему, вердек.
Уходите! Ну так в грудь биться надо. Эти гоблины меня заебали, станете же сверху. Сейчас мы потом притянем и возьмем. Ну беги, Кендер, покупай обратно. А сейчас я ей джуса поставлю. Лава, забери мне маны. А поставите возле гнилого джиса, там бой гвердак заберет, он его продал в Вендер. Все равно починить надо, блин. Гри, собака, агри. Да, не вердак. Там был вердак вообще-то. Даже я помню, что он упал. Да, там две холипаловские вердак. Да вот себе, наверное, закрысил, говорит, что ничего нет. Да он ему нахер не нужен. Там был вердак, Войт. Да, там был. Там был грудак на мага. Ты не так видел. Справа ловушку активирую. Да, может треснем. Че, кто-то на ролл кидал, чтоб пролили? Я тоже не видел. Чтоб ты его кидал, даже сейчас. Ричак. Не кидал никого. Так вот. А, блять, у меня чат тоже пролистался. Да. Был, вроде там были помолюдские какие-то. Там что-то было, синенькие. Был там грудак третий, по счету. Ну, Вендера вернешь обратно, Вой. Заберите кто-то мол. Джиса поставит, ты его выкупишь назад. Еще раз говорю, Джиса поставит, ты там сможешь его выкупить. А там же у Вендера последнюю шмотку, которую он закинул, только можно выкупить или нет? А, нет, ну, там есть выкуп. 12, по-моему. И с выкупа можно забрать сервер, да. С приходе слева стоять будет. Погнали. Мага риснить. Так, давайте на рейндж иду. Я, Кулонга, три мага, ну и пускай две совы. И как давай. Леголас еще. Ты а, ну вот как раз и Леголас пойдет восьмой. У тебя два шипы, две совы и два ханта, это обязательно. Ну давай делаем так, как ты мне уже сказал. Значит, Лем, Кулонга, Леголас, два шипы. И две совы. Две совы и еще один. Ну и пускай он нас ведет. Арзул, давай ты пойдешь. Ну окей. Вот и все. Подождите, куда вы разбегаетесь? Я не бахнула. Еще 15 минут вроде нормально. Он махнет не в ранже. Ладно. А арбу поставьте. Какой махнет в ранже? Вы все маги под боссом. Кому еще каску плюсуете? Где этот джесс вообще стоит? Он? Слева при входе, блин. Я нашел. Нашел. Короче, я не знаю, не давайте, так, на он, пока. Но он точно там был. Вроде были тапки, если не ошибаюсь. Да, при чем здесь тапки? Тапки я не нахер не помню. Там были тапки, штаны, холипаловские и грудак это. Ты, может, его не забрал, Войт, этот грудак, свадь? Вроде бы три шмотки забирал, он там был. Так, ладно, в общем, все готовы, танки поехали. Здорово, МК, дай. Бутербол фейс. Крафти в центр. Просто. Ну да, он что-то не в центре даже стоит. Мунки, ну нас. Ой, этим глыбы снимай. Скарлетти, босса в центр поставь. Да, вот то же самое.
Где вот я не вижу. Он далеко. Давай, здорово, выходи на рейндж. А Нага, по возможности, поднимешь Вайда. Ультрашаман хит себя. Но он валяется возле ворот вообще. Любой паладин, дайте Шанану или свободу. Я сзади стою. А вот уже, наверное, по мувикам посмотрел. Просто палас захил. Магу хилист. Магу грудок надо было. Ой, походу грудок наш. Не, он там вендер ушел. Отличные новости. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Пить хорошо, Шанан. Добивайся так бы. Слизь снова потекла. Поднимайте Лайда. Точно такой же, как вчера. Шип упал. А, нет, вчера не объект, по-моему, был. И шипа не было вчера. Блин, я шип был. Рады. Шипа не было вчера. Был. Вчера шип, я же говорил вам. Шип по-любому упадет, упал. А, ну да, ну да. Точно. Вот как нравится людям ПР другим ломать, вообще пипец. Я вот не ролю, если они же ППР кому-то надо, а не ролю, блядь. Какой метод потом... смысл, чтоб он три раза троллил шмотку, а ты постоянно ему уступаешь, я не понимаю. Чтоб за половину забирал. Фигня, все это не знаю. За половину не есть варик забрать это говно? Не по-пацански это нахуй. В смысле, по-пацански не ранее ролить и уступать всем постоянно? Да, это просто договориться, кто выше по ПР, я так делал. Нифига себе, не по-пацански. Давай ты это будешь. Вот ты где работаешь? Как там тебя зовут, я забыл. Ну, в общем, не суть. Допустим, давай, ты там, допустим, получаешь месяц там 20 тысяч рублей, да? Твой-то опять не ролил объект. А твой напарник там получает, пускай, 15 тысяч рублей. И ты будешь такой начальнику подходить и говорить, блядь, типа, не по-пацански это, давай я ему там 2500 дам. Совсем разные вещи, блядь. Чего? Ты то же самое сюда ходишь и, грубо говоря, получаешь здесь зарплату. Тратишь свое время драгоценное. 2,5 шаманом и 1 миллизона. Сейчас я метки расставлю только. Вот, дай за полцены, если это говно никому не надо, блядь. Даже меньше, блядь. Зачем? 50 года ему, блин, не учись. Да, Войт троллил только шип. Я остановил. Не, Войт да, кидал на ногу. Кто уже продал вендору? 100%. Ты запускаешь. Он уже зачапил, 100% удал. Подтяни еще немножко, босса. Что у тебя опять? А, что-то спасибо. Мы все кучно так стоим, там по центру особенно. Там раскосить. Взрыв разума убрал. Так.
Блять, а где второй шаман? А вот. Ты разбегайте. Ой, так опять рука. Мелизана бьет. Угу. Ты вырыто хуевательно, о чем мне кажется. Ну. Вы можете милики стать прямо под боссом? РДД стать подальше от милика. Так, побежали там, пельмень. Вовремя леголаз. Сейчас готовьтесь протокола захиливать через стак. Что вы делаете? Да ни хрена не делает, он флешмут все стоит. Ой-ой-ой. Ты разбегайте. А, как скажу, прожимайтесь. Паладина ДС Акро, и те, кто там стаки не сыграл, дают свои дырки. Нечаянно точку рано прожал. Минус я, короче. Да ты гимн на хп сразу пой. Чё, прожимайтесь. Прожимайтесь. И гимн на хп там пой, чтоб ты не сдох. Угу. Спел. Ну, бывает. Да у тебя что, вообще ноль стаков было? Да, я думал тучку прожимаю, что забыл. Так еще надо было щиток на себя повесить и гимн на хп отдать. Щиток. Что-то ты мне пиздишь, Михаил. Давайте пойте на ману. Тотем ставьте. Нифига себе. Зачем тебе мана? Мы сейчас босса-то и так добьем. Еще 9 лямов. Сука. Ну тапки не упадут здесь, это я точно знаю. Упадут штаны. Два льда упадет. Ну это. Вот это да, скоро. Хорошая тема. Ну что? Говно. КРЛ штаны упали. Пожная. Пожная. Ой, сори, блин. В систему мудрости захожу. Блин, добеги, потом пиши. Только тебя ждем.
Так, в общем, тотем я поставлю, а пражинки не отдаем. Дамаг будем стоппать, и на первом зеленом тоже пражинки свои не отдавать. Только на двух слизняках появится. И Харзул, косноязычие на красного и интоксикация на зеленого. Паладин и бафы все обновляйте. Так, давайте бафайте пока. Там шаманом каску обновить. Что, будем стопать или будем стопать? Да, будем стопать. Мне кажется, ДПС хватает, можно будет стопать. Да я тоже думаю, может перевести его. И пизду. Ой, давайте как обычно придумывайте тут. Давай попробуем бустами. Не, давайте лучше стопнем. Лучше нормального убить. Да переведем, давай этот. Не. Так пойдет стан стоять в кукле, ждать умер Арагу. Ну, кстати, да. Долго. Охотать придется, да. Если переводить сразу. Не, хватит, я, не будем стопать, не будем. Где? Как обычно. Пей, короче, погнали, куку. Блин, уже голова болит, какой-то чай странный. Что, пить нет? Пей, да. Бурстим или как? Не бурстим, стопаем. Все, бейте. Бурсты только не отдавайте. Так лужа появится, сразу веди его к зеленому. Они появились. Можете уже стопать дамаг, стопайте дамаг, стопайте дамаг, стопайте дамаг свой РДД. И милики, кто там кого пасит. Тут маги, он дикие вообще. Я знаю, что они дикие. Давайте бьем зеленого. Килы, вы не сбегаете. Я забыл вам напомнить. Переводим. Вы в сторонке стоите, да, переводите уже босса. Вы в сторонке стоите и килите. Так, давайте к столу. У кого зеленый дебаф к столу? Блоки красноязычие кидают. Всё, давайте бьём свои цели. Эти искушения. Успел замедлить под конец, пиздец, красного. Добивайте зеленого. Смена цели красного. А, всё, убили, бейте. Пельмени сейчас не ловим, и милики готовы, сейчас колба будет, становитесь лучше в танк. Куклу не прыгай, пожалуйста, пол трясется. И так лагает, блин, а ты еще хуже делай. Ну да, ты как прыгаешь, просадка небольшая идет. Окей, понял. Колбы милики, уже можете заспить. Так, давайте РДД в звезду. И направо побежали. Он не споймать пельмени. И сзади бьем облако РДД. Баш. А где замедление? Где замедление? Дайте ему боб, пока да, он. Да бля, раки не хватало, а там колбы сразу же в колбу. Я понять не могу. Не убивай. Это анага, а пельмени не ловить. Анага, проходи эту куклу. Потому что у него что-то все время раги не хватает. Иди залезь, посмотри, хукули. Сейчас, подожди, я к тебе залезу. Давай, ДК, веди его к зеленому. Зеленому. Надо к зеленому было идти. Ну ладно, стойте там, милики. РДД вы бейте. Так только от пельмени отбегайте. Все, бьем. Он вообще не соображает уже. Три пельмени подряд ловить, наверное. Квин. Пельмени не ловим, и сейчас милики скоро колба будет. А нет, пизжу, через полминуты еще будет. Уже колба. Да, все, я понял. А стопайте дамаг, дамаг стопайте. Стопните дамаг, красный не бейте. Выходит, стопайте. Бейте босса, стопните дамаг. Стопните дамаг, не бейте его. Бейте сейчас все красного. И пельмени не ловим. Интересно.
давай наполняй свой рагу. Переводить тебус. Бусты тоже лучше не отдавать. На зеленый. Еще в КД, блин, 20 секунд. Ну, у меня-то нет. Я уже мог отдавать. Гер, давайте. Малышка, беги! Я куда-то не туда выплюнул. Уходите от зеленого. Убегайтесь к нему. Блять, не надо так больше делать. Когда вы уже... Дайте... Ну, уже не отдавайте так захилить. Анага, поднимай катапульту. А ты, Войд, поднимай здорово. Он далеко там валяется. Я думаю, ты уже достанешь. Пельмени не ловим. Колбы. И колбы, да. Пельмени летят. Набиваем так, без диванов. Не экономь место, веди. Так я веду его, я стою, он, блядь, не бежит нихуя. Цепой супал. Давай, Мюнкин, ты хотел на рогу зайти. Заходи. Не бежите вы слева. О, круто. Идем на лича. Жертва. Все на офруле. Спасибо. Вы там рулите, блин. Заходи, маг, на рогу. Или слышь, Машека, а ты не хочешь зайти на своего рогу? Могу зайти. Давай ты зайдешь. Ну все, он на офер уже. Пока парно мы. Так, а я зайду. Ты сиди на маге тогда, а я зайду на паладина. Так, подамажу. Ну и потом перезайду на ханте. Да, ради бога, я то же самое. Бля, короче, я проебал печеньку. Бывает. Здорово. Кто там выше, я или Smart Q? Ну это я не знаю. Коучинс есть. Сейчас я своего отдал, блин. Кто был выше, Smart Q или я на печеньку? Он. Smart Q уже вторую печеньку забирает, вы что, офигели? Да-да, Копар, кстати. Дай обмен. Ой, тогда. Ой, дай это, ебаный объект, блядь. Все равно нахуй никому не нужен. У меня, блядь, три нет в основе, ни одной, блядь. Ну, что ты язык бы не стал брать тогда? Если на тебе блядь. Ну так что ты ноешь тогда, сидишь? Да я не ною, я просто спросил, блядь. А нихуя мне продаст, блядь? Бреди, у вас что, джитсы нету, что ли? Давай, Тара. Так. Давай, Войт. Мне патио, кто-то нашел в поиске. Качается. Плывал с подником Войт. Леглас, смотри, пожалуйста, за Шаркарем. Снимай вступление. Угу. Машеки, дай пати. И Машеки дай пати. Что, реально жился, не помню. Три шаркаря будет, я могу не успеть все снять. Каких три, ты ебанутый, что ли?
что, не бывает три? Нет. Два шаркаря. Если три будет, то я думаю, блять, и хант не спасет нахуй. А, поставьте Локи Шкарс, Монти Машет появился. Филиппец, что тебе от инжи? А мне надо джинс, блин, три раза дох. О, у меня только холмобот есть. Давай что-нибудь для починки. Поставим. Так, кто убьет, убью. О, шикарно, спасибо. Так, небольшая помощь, так сказать, зала. Первый появляется кружок из валик, потом ромбик, потом трусы, да? Да. Тогда давай ты будешь станить все ромбики Машека. Первую волну станет кружочек Копарка, я буду вторую волну. А что, я кружок станет, да? Да, ты первую волну станешь, я вторую. А смертью давай ты будешь станить... Хотя оставляй лучше стан напоследок, я тебе что буду говорить. И гнев небес никто не дает, тоже по моей команде. И лысый пенек, давай ты будешь сухожилие резать кружочку, баш, ромбику, треугольнику, 100 грамм. И двух креста, двух шаманах, и двух ДК ты просишь резать. Что еще раз? Так, ладно, я запускаю. И первая волна... на первую волну. Да успокойся, накупывайся. На первой переходке Филиппец, ты поешь гимноману. И Гутербол, ты ставишь тотем на второй Джулион. И Ультрашаман ставишь тотем. И Войд заливаю Гутербола ману, да. Сон, Ультрашаман. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Давайте без вайпа все это сделаем. По-быстрому убьем и все. И пойдем в РС-ку. Ты пройдешь через эти мучения сам. СС на переходке там. Кидает интоксикация протопалу. А Харзул, давай ты кинешь БДК. Капля, если надо будет, паладин, ты мне скажешь, я тебе сразу дам. И по диспелам, кто по диспелит? Ты какой лучше? Ты по диспелишь? Кто? По диспелишь? Ладно, блин, я на танках. Может, Гутербол? Давай, Гутербол, окей, по диспелишь. Хорошо. Забирай скатерть. Скатерть. Так, смотрим, на ком сейчас будет лужа. И это у нас РДД. Побежали. Сейчас внимательно смотрим. 5 секунд до чумы. 1 секунда. Отбой, беги. Диспел его. Смотрим, в ком сейчас ловушка будет. РДД. РДД. Смотри, на ком сейчас следующая ловушка будет. Велики побежали. Вали. Ума. Чума, готовимся, 2 секунды. 1. Баш, выносите. Диспел его. Готовимся, ловушка. На танке. Давайте в бок, милики, в бокс. И спокойно проходишь. Вот, молодцы. Чума. Поворачиваю ДК, еще раз ловушка, мы влетим нахуй. Ice freeze, чума. Выносите эту чуму. А, милики ловушкой. Там на в этих, на шаркаре есть чума. Ебаный, как огурчик, выноси. Диспел. Блин, Войд. На войде. Блять, как получилось, что он на войда перекинулся, РДД. Зачем вы морозите маленький трэш в этой зоне? Там на нем чума сейчас. А, танк, попытайся забрать мобач чумой. Сейчас ловушка, и готовимся на край бежать. Ты его не видишь? Милики побежали вперед. РДДшник там. Давайте. 2 секунды, мой диплом. Мой диплом, давай.
спел его. Давайте на край, на край. Капельку, капельку. Сейчас дам каплю. Тильти хорошо вратопала, бля, сейчас будет стакаться очень. Целый долго. Там. Ну это, конечно, пиздец. Как так получилось, что чума стресса повесилась вообще на меня? Второй чему не диспелили, она там парит. Все. Я нет, понял, ладно. Все. Шарики, шарики, шарики. Кельти хорошо протопала. И ШП, бейте сейчас... бейте все шарики, а Хан, ты там снимаешь вступление больших. Каплю дайте. Сваркью дай каплю протопалу. Быстрее шары бейте, очень сильный дамаг по рейду. Шары разбивайте, ШПшки. Ну, ДК духа, забери, духа, пожалуйста. Забери. Войт, Дилус. Поднимай Дилуса. И Войт ставь. Все это, блядь. Пиздец, что два шаркаря чуму не унесли. Там какая-то чума диспелилась на мелкого, и он забежал в мелизону назад. И все, и там она долго по миликам гуляла. По времени. Да, еще потом на край чума кинулась, она побежала выносить, рано сдиспелила, и она тоже пошла, ну, короче, в РДД. Новая, да. Так, будет это про себя, что ли? Я думала, там шаркаря перенесется, который возле меня был. Вообще вся чума ушла. Первый раз, второй раз, вся ушла чума. Она в основном уходила и заметила трэш. И трэш возвращался просто в этот. Либо в мили-зону, либо в РД-зону. Трэша, сними боб, диван и тотемы. Мы по времени снимай, что там убиваем вообще? Трэша, ничего вообще не боб. Снимай, не слушай их. Алло, ребята, мы по времени успеваем на доп. ИП? Нет? Ну, один трай еще есть, наверное. Эй, я тебе диван кинула, а ты меня не резаешь, засранец. Ну, ладно. Не надо их вообще кидать, из-за этого там все бахается. Охуенно, да, сэр. Так, ладно. А, линканите дома, кто там вешал живую бомбу. Вот мне, кстати, тоже интересно узнать. Потому что трешак с чумой же не просто так побежал. Слава, там шарка рядом со мной был. Ну, тебе просто повезло. На тебя перекинулась. А раньше, которая чума была, она вся перекинулась какого-то хрена. Но здесь пылили ее нормально. Там на мелкого она потому что пошла. Ладно. Идите сюда, даем бафы. А рыбу ставим. ЖПшки, вы там на первой фазе на шарах посидите, а то мне некогда. Хан сказал. Да. Почему же люди купили? Там я на шаркаре отбегаю. Красавчики. Какому мне шаману дать пизды? Это я. Ну и нахера? Ну, Ctrl-V отключает эти ники. Ctrl-V. Блин, пацаны, так голову уже побаливают. Так еще лагает. Раздавайте эти бафы, молодец. Ладно, на третьей фазе будет рост. Фига. Турно допипа не будет. У нас дофига ДПС. Да, должны, кстати... Приставав, дайте, я уже запустил лича, если что. У нас должны вальки, блядь, сноситься, как тузя грелка. Мы должны дойти сначала до валик. Ага. И маги бомбу не вешайте, пожалуйста, больше шаркарей. От меня шаркарь уходил три раза, убегал в РДД-зону. Но они в следующий раз ГП получат. Я, блин, не могу давать ГП, я забыл, что у меня половина кильти. Хант, прыгни, я тебе дам кулак.
отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. 8 секунд готовимся. Войд, там на себя метку поставь, чтоб тебя видели. И хорош жрать уже бой. На, поверни, пожалуйста, босса в РДД зону. Потом сейчас ловушка будет в РДД. Готовимся, 5 секунд чума, 2 секунды чума, 1 секунда чума, 0, катапульта выноси, диспел его. РДД ловушка. Великов тоже верни. Великов тоже верни. Вступление. Все, не надо ловить, сейчас готовимся, еще одна ловушка будет. РДД. Миликов, давай, тоже, Миликов тоже провожай. Мутин, выноси. Мутин. Диспелло. Готовим, сейчас еще одна ловушка будет. Милики. Побежали, Милики. На РБД ловушка, и готовим, сейчас чума будет 2 секунды. Забирай шаркаря. Это как огурчик на тебе. Готовим, сейчас еще одна ловушка будет. Милики побежали. Способ его. Дайте каплю покупай. Давай, веди его потихонечку. РБД. Готовим, сейчас еще одна будет. Сейчас ловушка появится и на край, на край. Блин, бежите далеко, там протопал пошел. Как огурчик на себе. Без полей в стороне, если не добежишь. На мелкой потрошу чума. Так, ну главное, что у протопала она есть, это уже хорошо. Бьем дух. Блять, блять, сейчас так солью. А нари, поднимай протопала. Дадите ему потом худо. Я ж тебе карту дал. Летел. Че, где Берта? Бейте следующего духа. Я понял, Анагу нас не слышит. Бейте, Даксон, дай. Возьмите. Дагу, блять, Даксон, дай ты Бер. Берит. Бейте сферки. Бейте сферки быстрее. Даксон, почему? Захил, 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 захил. Дал бы баф. Бейте сверху, пожалуйста. Пристабаф. Мне так лагает. Следующего духа бейте. Да не у тебя одного лагает, пойми. И тут... Войд, на себя метку ставь рейд. Сейчас Войд тут фаза пройдет, да. Пристабаф. Давайте, убивайте сверху. Блять, у вас РЛ есть. Да не, меня слышишь. Не надо орать. Будь спокоен. А, веди его в центр, это ж не центр, что ты делаешь? ДК, ну... Ну давай, не, только меня не подведи уже. Сам нормально, для... встань на левую сторону. Конечно, пиздец. Таны даем. Почему дерево так далеко стоял? Бейте, короче. Куча стоял. Готовим, сейчас скоро будет лужа. Готовимся, медики. Короче, мне пришлось тер сам дать стан. Пожертвовать, так сказать. Давайте станем. Я кружок встанил. Ну, я видел, я встанил трусы мне, потому что иначе бы он не летел. В общем, осквернение понесете влево, а рейд назад побежит. Без лица очень тяжко. Блин, ты далеко уводишь лича. Кто тебе возле звезды? И Войд, ты давай тоже домашний, не пиздец. Мы убежали, вы бежали. Катапульта, блин, пукуйся. Хорош. Где замедление, кстати? Я замедления не вижу. Валька полетела не в ту сторону. А пофигу, Торонтик, бейте кружочек и трусы. А почему Валька кружочек в другую разбейте, сторону? Там я лечу.
Потому что ты стал хуёво, понимаешь? Не, поэтому... я стоял со всеми. А, бля, не дри головы. Всё, он, наверное, съём лича. Сквернение будет. Блять, во столько РЛов я ебать не хотел. Спасибо, чтоб я без вас сделал. Войт, на тебе. Проведи лича на эту сторону. Можешь немножко в центр стать? Блин, она не знает, что такое центр. Ладно, бьем кружочек. Кружочек бейте. Бейте, ромбик, ромбик, бьем. Сейчас готовимся, осквернение будет. Давайте ромбик добиваем и бьем трусы. Ты молодцы, Анага. Так. Бой, твоя задача будет... Ой, ебать. Как так получилось? Поражение. Ну как вы не можете себя прохилить? Ну хилы, ну вот... Ну блин. Ну вот это вот и блин. Вот так вот у вас и получается. Встаньте в одну кучу. Я не вижу метки. Бой, ты на себя метку поставишь в конце-то концу? Ладно. Не метки, ничего. Сейчас осквернение будет, милики, аккуратнее. Разбивайте кружочек. Кутербол на тебе. Кружочек разбивайте и сразу треугольник бьем. Треугольник бейте. Бейте треугольник, я встану, да. И ромбик разбивайте. Ромбик там пар тысяч, бляха, пух успели. Бьем лича. Ставь центр вот подальше. А эти у меня какие-то бафы меня пробивают. Все, не дергай, не дергай. Сейчас будут валики после валика свернения сразу. Готовимся, в осквернение вправо понесете. Так, на мне. Нихуя не право. Да я знаю, что уже я накосячу. Главное, что никто не прыгнул. Бейте, валик, валик, бейте. Все, пиздец, не одного стану. Дайте гнев небес. Гнев небес дайте. Сейчас я еще один дам. Ромбик, а ромбик, 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 спасите. Да мы тебя не спасем. Ладно, бьем тогда лича. Так, блядь, там не летел. А, ёпта, ну что ты меня пугаешь? Переводись, лича. Сейчас оскорнение будет, милики. Повезло, что он на этом. Давай, веди его на край. Ближе к краю его веди. Всё, стой. Всё, побежали. Сакропал есть? Есть. Рыдфок делаем. Я ждала Сакро. Сейчас смотрите, что мы делаем. А бьем сейчас духа. Гимн на ману не забываем. Даю. Молодец. И смарт-кью. Твоя задача сейчас напуливать духов. Ой, смарт-кью, извиняюсь. А, Хант у нас духа. Ладно, Машека, давай ты. Бейте следующего духа, следующего бейте, на старого забейте, его ОВЕ потом убьет. Так что бейте старого духа. А ШПшки, а вы бейте сверки, пожалуйста, помогайте. Тут это по духу надо обновлять. Бейте нового духа, старого АУЕ давно. Нового бейте. Так, вот на себя метку ставить не хочет, он обиделся, как я понимаю. Ну ладно, сейчас он сядет. Бейте старого духа. Добейте сферу там сзади. Все, можете нового бить, этого мы АУЕ добьем. Бейте нового. И на пул дай пока Машека на кафарку. Там за агро следите, особенно магии, за кружочком двигаемся. Магия, я надеюсь, меня услышали, за агро следите, не дай бог, это вернется в нашу зону. В нашу сторону, точнее. Будет полная жопа. Хиливайте. Сенсор раздайте. Потихонечку двигаемся. Потихонечку. Да. Так, мне бы, конечно, знаете, что еще не помешало? На отдалении камеру макрос. Я вот что-то не вижу своего паладина. Надо, короче, а там 5 секунд до выхода. А сейчас как нас выкинет с комнаты, сразу будет оскорнение. Стоим на месте. Сейчас будет оскорнение на Даксоне. Бьем духов пока что, РД, бейте духов.
Геродка даже. О. Давай веди к Картопалу. Картопалу веди. Лича. И становитесь стена КРДД, там мельки то же самое. А БДК ты поворачивайся в сторону дух. В случае чего ты могла ее хлопнуть дух. Так, а у нас, кстати. Ну ладно, Герман потом дадим. Зачем? Духи сейчас будут. Так они же нас не убьют. Но все равно кто им попадется. Ну кто? В танке? Блин, куда вы так ведете? Ладно. Потихонечку двигаемся. Да, веселый рейд, конечно, побежали. Тихонечку будем двигаться. О, Гера, что откадышилось? Видите, Гера. Я знаю, что она откадышилась. Давайте за кружочком и побежали сюда. Видим, с комнаты сразу, да. Потихонечку двигаемся. Так, ультрашаман, ты встанешь, я надеюсь? Духов бейте там. Плакать. Шаман, ты встанешь? Меня слышно? Стоим на месте, сейчас нас выкинет, я уже сейчас будет. Можете Еру дать. Давай уходим, уходим отсюда. Давай, веди его сейчас сюда, на край уже, фиг с ним, пускай так. Сейчас для него там гимн. И веди его к этому, глыбе веди его, там где НПСника заморозили. Веди его в ту сторону, молодец. Сейчас будет скоро лужа, готовимся мили. И по ней не скачем, если она сейчас мили в зоне окажется. Спокойно выбегаем. Веди сейчас Лича. Веди, веди, веди уже его. Ай, блин. А как зовут, кстати, ту девушку, которая сейчас станет нам Лича? Какую нахуй девушку? А, это мужик? Маша, я. А, нет, видишь? Это девушка все-таки. Сейчас нас закинет. Чтобы мужик уже бил его, чтобы порвался с крика на охворавшую. Ну да. Да нет, я понимаю. Крик был, знаешь, как будто ты спать с ним, с ней лег и выяснил, что я, он был. Я по ночам не люблю орать. Давайте за крылочком побежали. Думал, что это девушка. Твоя? Стоим пока что, там сейчас хлопнут, и мы побежим. Побежали. Так каким надо быть ебанутым, чтобы так думать? Я там, наверное, что-то пропустил. У меня ваши слова, честно, время ему уже ушей проходит. Твои время тоже. Не тем место. Мне тоже так кажется. Мои слова тоже у людей мимо ушей, кстати, проходят. Сейчас нас скоро выкинет с комнаты, можем стоять на месте. Осквернение, смотрим на ком. И я духов убегаем. Бежим, 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 они уже вниз спускаются. Чё твою мать, прямо осквернение ходит. Куда ты ее лечил? О-хо-хо. Не, она, видите, она помогает Вертупалу, вы не понимаете. Рейда помощнее? Так она рейду помогает. Она жертвует собой ради нас. А веди, куда хочешь можешь увезти. Главное, подальше от духов уводи. С платформы прыгай. Я уже даже не буду говорить, куда. Сейчас осквернение будет. Одна секунда. Так ты не знаешь, так огурчик на тебя. Да как? Я ей говорил тогда, иди глыбе, она куда-то в другую сторону побежала. Ну, ладно. Тут осталось довольно два ляма. Два ляма. Ну, вот два ляма осталось. Как думаете, успеем? Да. Мы от цыган. Наконец. Но. Если бы не эта ебаная чума, так мы бы, блин. Ладно, в общем, что я хотел сказать. А, Войд, покажешь ей, где центр находится на второй фазе. Покажешь, короче, где сряд, находится я... глыба. А то она глыбу-то не видит, мне кажется. И я почему-то еще подумал, что ты сказал, что кто, ну, что за девушка, думал, ты про меня имеешь в виду. Ты понял, блядь. Это все знают, блядь. Да-да-да.
Так, ладно, Войт, раздашь статецкий. Я сейчас дал ТПшность. Тоже зайду на ЕП. Олег, ты здесь? Какие РСК будет? Лукашенко. Да, сейчас РСК он будет. Ваня, ты тут? Варенька. Тыква. Что, РСочку? Да, сейчас в РСку пойдем. Там лут раздадите. Пойдем в РС. Ой, конечно, жесть. Если меня Валька унесла, меня рейснет? Да. Да. Тебе есть габаф не со стрелянной скарби? Нет. Тогда не факт. Тут я, что такое? Готовься собирать РС. Есть на нем, есть. Нет, да, он у меня добавил. Собирать я фрага лучше. Так ты собирай РС. Скайвой ТРЛ. Ваня не любит собирать. Мне по душе это ирония. Еще рано, пока разровал, пока все раздупляться зайдут на всех. Ну, пускай тогда Ириневал сыграет. Вот, он уже, я вижу, зашел на своего паладина. Ну, почему-то у меня в друзьях, надо его удалить. Какого замечательного человека удаляешь? Да у меня тут много лишних. Терсея, что она мне тут делает вообще? Кеноби. Что у меня тут еще есть? За стрим, Валера. Я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час. Что он там снимает нас? Валера, у тебя там много стрим. Подписчиков сидит. Минус один, блин. Один человек есть. Я как-то зашел на его стрим. В тот момент, когда вы уже убили РС-25, когда я спать пошел, и на следующий день вы его убили. И я смотрю, как он типа уходит такой из рейда и начинает танцевать. Вы убили Леона. После этого момента я уснул. Что, доп получилось, ЕП, не? Нет, доп ЕП у нас, по-моему, не получилось. А мы когда запустили? Мы, по-моему... Поскольку мы начали? Да не получилось. Да нет, там не получилось. Но. Или один вайп. Вайп, раздавай его. А я пока. Короче, начислите все лохо, с момента выходили. Угу. Вчера как-то собираем, еще ничего не разролили, уже редки плюсуют. Давай коня на ролл будет. Олег, ты тут? Может, в льду лучше сходим? Чего бы ты резко? Олег. Я подумал, времени еще много. Живорка? Пиздец. Он, походу, опять бухает. Смарткию нет. Он написал, что на ДД роли это 100 грамм, да. Так, ну я там сам себе ЕП начислил. Нет, он написал, что такое Миксинс? Не писал вроде, что на лок ЕП. Маг, который был. Там, я не помню, какой у него. Нахуй, блять, ЕП портить людям, пиздец. Так. Пиздец, проебал я ролл сотку, сука. Я выйду на ЕП. Кто такой Максимус? Он кем это был? Это маг, здорово. Он не писал ни хера, какой ему ЕП на лоб.
что ничего не вырыли, теперь будет. Начисли быстрее, а то резко там без меня соберется. Подожди, я еще не зашел, мэйк. Не-не, бой. Это не на ЕП, это на резку. На ЕП фалс. Далее, шут, шутик. Лай, Колумби. Вы там моего паладина не этого не кикнули? Кикнули. Ты жив, но... Зачем вы кикаете, блин? Начинай ты точно. Никто не кикал. Это шутят все. Шутники, блядь. Мы его кикнули. Фу, крак, коматами ругает. Алька, ничего себе.